Добрый день. Добрый день. Как настроение у всех? Хорошее. Отлично. Мы рады вас видеть. Взаимно. И очень вас уважаем. Взаимно. И рады, и рады. Все это болики. Взаимно. Взаимно. Приветствую вас. Здравствуйте. Вот эта работа, наш клиент, сам Леон, называется «Бригадир». Она заняла первое место, первый приз заняла. Действительно, это можно сказать, я считаю, внутри фотопроизведения. В очередной раз бывает на поиске, считаю, что встреча с активами ветеранов, она всегда достаточно продуктивна. Вот у нас с вами всегда проходит такой достаточно откровенный разговор, где я стараюсь донести все то, что происходит в области, какие у нас проблемы есть, чего мы достигли. На протяжении последних 10 лет мы по росту нашей экономики меньше чем за 10% в год не опускались. Единственное исключение — это был 2008 год. Мы с вами знаем, что это был период кризиса, но тем не менее вот все остальное. Затем мы наверстали, потому что, ну, вы знаете, что вторая половина 9 и 10 годов была достаточно удачной, хорошей. И у нас там индекс промышленного производства достиг более 20%. Поэтому то падение, которое мы ощущали в 2008 году, мы слегка наверстали в 2009-2010 год. И вот 2014 год тоже закончились достаточно хорошими результатами. Ну, у нас открылось много новых производств, которые уже начали работать, производить продукцию, поэтому вырос внутренний региональный продукт, и он на протяжении последних 10 лет уже достаточно активно рос, и сегодня мы приблизились уже к 1 000 000 000 рублей. Это такой очень важный знаковый показатель и важная ступень развития нашего региона. Наступил год 2015, и мы с вами прекрасно осознаем, что те вызовы и проблемы, которые были в конце 2014 года, они не исчезли. Значит, санкционная политика по отношению к России продолжилась. Ситуация, естественно, в экономике, она не улучшилась, но, тем не менее, по итогам первого полугодия 2015 года экономике Тюменской области тоже удалось продемонстрировать рост. Мы выросли на индекс промышленного производства, составил 112% по отношению к предыдущему периоду, к 2014 году. Поэтому в целом, значит, вот эти все экономические показатели, они говорят о том, что экономика росла. Но при этом, вот я здесь не хочу ни перед кем лукавить, мы прекрасно осознаем, что разные отрасли экономики в этой ситуации чувствовали себя по-разному. Я еще хочу сказать о том, что в этом году у нас великая дата, великое событие — 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что мы проводили очень много мероприятий, и акцент этих мероприятий был сделан, естественно, первостепенное — это поблагодарить наших ветеранов и сказать огромные слова благодарности. Но мы еще очень серьезно и много работали над тем, чтобы вот эти все мероприятия носили воспитательный характер. Потому что мы очень много с вами говорим, но я имею в виду в целом, иногда там в основном, особенно, опять же, наши активные либералы, на предмет национальной идеи. Вот я думаю, что в этом году, учитывая еще вот такую сложную, непростую ситуацию, мы с вами увидели, что победа в Великой Отечественной войне вот как раз может стать такой хорошей национальной идеей, которая нас всех объединяет.